Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reacts. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia's private and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today, and I'm so excited. I hope you do too, as you can see on my thumbnails. An American on a Russian MiG-29 in the stratosphere. This he wasn't expected. Oh my goodness. Ooh, I hope guys will be excited with this one, and credit to the owner also with the video tablet for memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy. I really want you to turn on the CC down there for your subtitles for Russian and for English. Wow. Let's get to it. Представьте, что кто угодно мог бы стать пилотом истребителя на один день. Угадайте, где такое возможно? В единственном месте на Земле. Прямо здесь. Это одно из старейших мест на Земле, где производятся и конструируются самолеты, расположен недалеко от Москвы, в России. И что интересно, у этого места есть свое имя — «Сокол». С 1930-х годов здесь была сконструирована практически каждая модель самолета МиГ, которую вы видели в документальных фильмах, в интернете или в небе. Отсюда самолеты МиГ распространялись по всему миру, в разные страны. Этот «Сокол» все еще работает. И каждое посещение этого места — это удивительное путешествие. И сегодня, так сказать, клиент этого места, Джордж Картер, гонщик-испытатель, будет летать на самолете МиГ-29. Они действительно гордятся своим наследием. Они не дадут просто так тебе взять, нацепить шлем, залезть в самолет. Для начала они расскажут тебе все об истории этого самолета. И на самом деле это вообще не проблема, потому что история этого места просто потрясающая. Медицинская проверка для того, чтобы убедиться, что у Джорджа все нормально. И полет будет совершен по расписанию. Это должно сработать. Сегодня он будет летать на самолете практически до космоса, со скоростью, превышающую в 1,8 скорость звука. Долетит прямо до стратосферы на высоту около 20 тысяч метров. Эти показатели практически в два раза превышают любую скорость и высоту обычного коммерческого самолета. Пилоты надевают специальные костюмы, которые созданы таким образом, чтобы исключить любые повреждения при сильных перегрузках. Привет, меня зовут Сережа, приятно познакомиться. Джордж, очень приятно. Полетаем сегодня, конечно. Мы долетим до высоты 12 тысяч метров. Когда мы достигнем 12 тысяч, мы повернем налево и проведем маневр ускорения. Я включу режим ускорения двигателей, и мы начнем ускоряться. Мы ускоримся до 1,7 скорости звука. Потом мы поднимемся выше. Попробуем добраться до самой высокой точки. И я думаю, это будет больше, чем 17 тысяч метров. Там мы увидим небо, справа, слева. Увидим звезды? Да, мы увидим звезды. И изгиб Земли. Прямо посреди дня. Да, потрясающе. Когда мы туда долетим, я переверну самолет, и ты опять на все посмотришь. На изгиб Земли, ага. И потом мы начнем снижаться. Когда мы снизимся и достигнем 10 тысяч метров, мы там можем сделать определенные аэроакробатические элементы. Начнет повышаться уровень перегрузки. Где-то будет 3-3,5. И после этого я у тебя спрошу, а как насчет перегрузки больше 6G? Если ты скажешь хорошо, то мы можем достичь 7G, может быть даже 8. А может и 9. Настало время оседлать птичку, которая буквально через 15 минут вспорхнет в небо. Of course, he is very experienced with this one. And he's excited because this is new to him, maybe. Здесь показана скорость в километрах в час, то есть по сотням. 100, 200, 300, 500, 800, вот 1000 уже и 1500. Right.
И максимальная скорость будет около 1500. 1500? Ага. А скорость ускорения будет около 1800. Ладно, нормально. So while there are flights, so he will be guiding you. How beautiful that is! Готов к вылету. Поехали. Wow, this is crazy incredible. MiG-29 was awesome. I like the design of it. Итак, мы достигли 12 тысяч метров, и сейчас мы переходим к сверхзвуковой скорости. God, please. Первый суперсоник, so that was so, so fast. Начинаем набирать высоту. Wow. А сейчас мы посмотрим на небо вверх ногами. I cannot. Ух ты, это прекрасно. God. И мы начинаем снижаться. Перегрузка 3,5. Никаких проблем. Джордж, как ты там поживаешь? Да, отлично. Oh, wow. This is incredible. This is amazing. Джордж, мы сейчас будем делать так называемый полет на хвосте. Хорошо. 70 градусов, скорость 0. И теперь сильное снижение. И попробуем поделать аэроакробатические элементы. Шикарно. This is unbelievable. Wow. How crazy that is. Nice to see this. Я не знаю, может ли что-нибудь в мире сравниться с этим. Ничего, что я делал до этого, даже и близко не подходит. Я думаю, это было сумасшествие просто. Сколько перегрузка была? Почти 8G. Почти 8G. Она была на протяжении 10 секунд, может быть, больше. Ага, для меня это было достаточно. Yeah, because he's so excited. Это было что-то. That's why he can do that one. Друзья, и мы подходим к концу нашего видео. Надеюсь, вам было интересно. Хочу сказать, что один наш подписчик довольно давно занимается своим бизнесом в интернете. Это супермаркет запчастей для бытовой техники zipportal.ru, который уже более 10 лет предлагает любые запчасти и аксессуары для вашей техники. Ручки, ящики для холодильников, тарелки на микроволновой печи, ведра для хлебопечки, даже бак для стиральной машины. Ну, все что угодно парень продает, скажем так. Доставка по всей России в любой регион. Онлайн-консультанты помогут не ошибиться с выбором и грамотно вас проконсультируют. Ребята работают напрямую с заводами-изготовителями бытовой техники. И еще один очень интересный момент. Для подписчиков канала доступна скидка в 10% на все товары по промокоду таблетка. Вот так, ребят, ничего себе. Этот код необходимо... I would like to stop in here, guys, because that was so awesome. Oh my god, I was so shocked and stunned with it. I got chills watching with that one, because of course, being you are a pilot and then experience these things, maneuvering this new to you, and you can feel it how excited he was driving with that one. That's why he was so like stunned and so excited with it. Oh my god, fantastic. I really want to experience also like that. I cannot imagine you're in the stratosphere and then you experience like driving or maneuvering with that incredible thing. Wow, MiG-29 is so amazing. I always see with this one, but of course an American experience with the MiG-29, and then he was so shocked with that one, so excited. I'm so happy watching with this one also. I hope guys you enjoyed watching with this video, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag Reacting, stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much. Привет и спасибо to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye.